Здравствуйте, я Евгений Ермолаев, ведущий технический специалист компании Infarco в направлении Home Audio и Car Audio. Приветствую вас в нашей комнате 418, в комнате Рега. Да, у нас две комнаты в этом номере. Один номер предоставлен Балку, одна комната, вторая комната предоставлена Реге. Это настоящий английский звук, настоящее английское производство. В общем, классическое стерео, made in England. По правую руку от меня стоит относительно бюджетная система, состоящая из проигрывателя RP1 и мини-компонентов этой компании Rega. Фонокорректор внизу, усилитель интегральный Brio R, CD-проигрыватель и цифроновый преобразователь. Также здесь используются две пары акустических систем RS1 и RS5. Естественно, все сделано в Англии, как и делали там лет 30 назад, примерно так же, качество современное. А по левую руку от меня, соответственно, справа от вас, уже более серьезные компоненты. Это Rega Saturn R, CD-проигрыватель с функцией ЦАП, что, кстати, не так часто встречается. И усилитель интегральный Rega Elicit R. Он имеет встроенный фонокорректор, чего, в общем-то, как бы предыдущий аппарат, который назывался просто Elicit, имел только опции. А здесь, в этой комнате, вы сможете спокойно послушать CD, качество CD, виниловые проигрыватели. Если ознакомимся с ними поподробнее, можно прям сразу у нас при входе. Вот здесь у нас представлены три проигрывателя винила. Значит, стоит RP3, в расцветке британский флаг, очень модно нынче явление такое. RP6, это средняя модель в лаке, она, кстати, тоже может быть в британском флаге. И очень интересная вещь, RP40. RP40 это эксклюзивный вариант Риги, проигрыватель среднего класса, сделанный на базе RP3, однако на нем заменен мат на шерстяной, заменен новый звукосниматель стоит, называется он Elis40, и, собственно, новый пасик. Я сейчас его покажу, он очень интересного, ярко-красного цвета, я думаю, видно его там, надеюсь, вот здесь идет. Блок питания тоже фирменный, TTF-PSU40, если посмотреть вместе с обычным, ну, как бы разница видна прямо здесь. Вот. Естественно, питание там все-таки доработано, в отличие от классического аппарата. И именно под RP.